утра на следующий день весь город высыпал на улицу. По Тверской, сквозь гущу народа, под несмолкаемые крики «Ура!» двигались грузовики с солдатами, ощетиненные штыками и саблями. На громыхающих пушках ехали верхом мальчишки. По грязным кучам снега вдоль тротуаров стояли, охраняя порядок, молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личиками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады. Это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенки, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то болезненные девушки, работницы с табачной фабрики, ходили по городу с портретом Льва Толстого, и он сурово посматривал из-под насупленных бровей на все эти чудеса. Казалось, не может быть больше ни войны, ни ненависти. Казалось, нужно еще куда-то на какую-то высоченную колокольню вздернуть красное знамя, и весь мир поймет, что мы все братья, что нет другой силы на свете, только радость, свобода, любовь, жизнь. Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца, в свою очередь, никто особенно не был потрясен. Казалось, не таких еще чудес нужно ждать в эти дни.